сегодня на наш танцпол мы приглашаем наших замечательных молодых. Полюбуемся на них. Первый танец молодых. Thank you.
Ну что,
Телефонная связь не работает. У вас 25 внуков старших 5 по 5. И все плачут. Что будем делать?
Инвалидизированные лагеря. Например. Дисциплина военная, как сказать, весь досуг, то, что спортивный, да. Кто не отдых, кто активный. Особенно тем, которым по одному. Кто не отдых, кто активный, кто не отдых, кто спортивный. А что, думаете, по одному году им тоже не надо тренироваться? Надо. Главное, у микрофона химия называется, да? Лежать по стойке смирно. Во-первых, каждому возрасту свои упражнения. Хорошо. Усложняем задачу. Время ночь. 25 детей плачут. Что будем делать? Плачь спокойно. Поплачем, устанут за стол. Включаю мультики на ТНТ. Да, ночью по ТНТ хорошие мультики. Все равно плачут. Еще. Просто не было команды обоих. 10 часов. Вот и плачут. Да, дается команда отбой. Здесь. Ну все. Медленно засыпают. Крайний случай. Крайний случай. Ну, вспомним, так сказать, свою молодость, свою маманю или бабаню, или как там у русских сегодня поются. Споем песню. Вольный ночи. Дорогие друзья, встречай! Сегодня только для вас супер-мега-звезда с песней «Колыбельная». Аплодисменты! Помощь. Вместе дружною толпою повторяем тост со мною. Я. Я. Бокал. 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 Где бокал? Бокал. 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 До дна. До дна. Свой пью. Свой пью. За эту. За эту. Дружную. Дружную. Семью. Хороша. Хороша, Маша, да не
Берем. Почему? Я знаю. Так, Лен, Ленку звал, Ленка пришла. Вот она. Ладно, зови свою, ладно. Давай. Лена! Лена! Thank you.
этой прекрасной леди. Что мы от него хотим? Напиток, любовь, неважно, с какой бутылки вы начали перевязывать, все в ваших руках. За молодых! На все вопросы я открыто отвечаю, что нашу жизнь не ровно, что я увлекся этой игрой. Я вступаю, я не смею отказаться. И ко всему то, и мой пешок лежал. И тут слышит стерок гонорар. Пусть тебе больше, чем найду. Пусть весит на ветер.
посадить, пестыню надо нам спеть. Ах, это свадьба, свадьба, свадьба пела и гуляла. Покажите нам, на память от меня, как поют павлины. Павлины? Павлины, да. Thank you.
привычный, огонь в семье, залог любви большой. Дорогие наши молодые, посмотрите, в руках ваших родителей уже горят семейные очаги. И сегодня вы должны зажечь свой семейный очаг из рук своих родителей. Зажигайте! А пока вы зажигаете, я вам расскажу одну древнегреческую легенду, которая гласит: с первого раза зажжешь, все обретешь, со второго – половину, а с третьего все потеряешь. Наши молодые зажгли свой семейный очаг. С первого раза ваши аплодисменты. Поднимите над головой. Берегите его. Охраняйте. Только бережное отношение друг к другу поможет вам пронести этот огонь до конца своих дней и передать в руки своих детей. А ваши дети передадут в руки своих. Это начало вашего пути, начало вашего рода. Помните, пока горит сердце, пока есть любовь, пока вы любите друг друга, вы сможете сохранить и разжечь город 212.
Пригласи отца,
на белый танец. Видишь, и сбылась твоя мечта. Там, где жил когда-то школьный ранец, серебрится облаком фата. Тили-тили тесто, горькое вино, и фата легко парит над залом. Нынче ты невеста, вот и все кино. Ты сегодня королева бала. Пригласи отца на белый танец. Видишь, избылась твоя мечта. Там, где жил когда-то школьный ранец, серебрится облако. Два. Три. Кидай. Куда кинула? Аплодисменты. Спасибо. Закрываю глаза. Спасибо в первую очередь родителям, моим родителям, Лениной маме, бабушке, тоже немаловажно. Вот. И спасибо всем, что пришли, очень приятно было. Вот. Счастья вам, любви, здоровья. Берегите себя, уважайте родителей. И вот знаете, наворачиваются такие слова из песни, слезы. Мы желаем счастья. Вот давайте, три, четыре. Мы желаем счастья вам! Yeah.
Счастье поделить.